девчонки в тур провожают. Всем привет. Они не хотят со мной работать, и больше не хотят со мной дружить, и даже делают вид, что это не мои сестры. Ты меня первым встретил. Начало тура. Мне кажется, в этой квартире и будет тур. Весь концерт. Весь тур. Тихоньки замочить. Аня, расскажи, куда ты идешь сейчас? Я не буду отвечать. Бесплатно. Ура, треба. Гачереба садгури батуми. Слушай, да не, но мне будет. Дубайск. Смотри, как цыгане выглядим. Мы тут как кривались, как будто. Мама, я на отдыхе. Всем, кто с нами. О, нет! У нее не настоящие волосы! Вот так. Скоро мы выходим на площадку Батуми. Твой первый концерт. Первый лучший концерт. Просто лучший концерт из всех наших концертов. Ты можешь эти вещи, это нужно сделать, проговорить. Вот. Ребята, я вас снимаю. Дамы и господа, я вас приветствую в нашей телекомпании, телестудии. Счастья и здоровья всем присутствующим в этом комнате желаю. Мы отыграли концерт. Больше воздуха просто в Белграде. Работает? О, всем привет! Мы находимся в Таллине. Это наш 6-й концерт в туре. Мне больше нечего сказать, потому что мы должны были снимать саундчек, наши путешествия, наши пересадки, наши невероятные перелеты. Но наша камера сломалась. Вы с нами видите? Настя. Привет! Тенечка, а ты пошел есть? Я пошел. Ну вот, да, и моя история такая. It's double rainbow, it's double rainbow. Double rainbow, all the way. Oh no! Please, no camera, no camera. Yeah. Open your eyes. Да просто идем туда. Я лицо не закрыла. О боже, меня узнают. В такой волшебной тишине, когда земля вдруг охладела. Момент я почувствовал, что та самая солянка с тем самым шашлыком была немного лишней. И нужно это было делать после концерта. Меня держат в черном теле. Я заказываю себе еду и не успеваю ее съесть. Они жрут. Короче, я не знаю, хорошо, что заканчивается тур, потому что я уже больше не могу.